Может, это такая еда просто. Точно оранжевая, как апельсин, а внутри как будто косточка вишенка. Это как баба-яга, только в другой стране называется. Не баба-яга называется, а ехидна. Ехидна? Это такое животное, которое, я не знаю, где оно живет. В стране другой, далекой, жаркой. Хищник? Может, даже каннибалы. Ну, оно ест всякие разные ягоды. Малину, клубнику, чернику, ежевику. Может жить в какой-то в дыре. Это или обезьянка, или бананчик. Моя тетя, которая может кого-нибудь съесть.